вот на зимовку с краю бывает ставлю индикаторную пустую рамочку, и пчелки на них сотик. Вот я не знаю, из зимы это отстроено или сейчас уже отстроили. Это уже, когда весной отстраивает, говорит о том, что пора расширять. Воск видно старый. Ну, сейчас еще свежее выделение. Если пчелы мало, молодой, то пчелы на строительство старый воск используют, сгрызая его со сотов, с уголков. В общем, где можно достать, они там и берут. Поэтому я вот сейчас, когда перевожу улочки, я воск дополнительный, прополис, я на дно все им бросаю. И они, если нужно, опять пчелки используют по назначению. У меня были случаи, я видел, как воск с улицы даже приносят, набирают. Вот сидят, допустим, на кучке воска, сгрызают на лапки в корзиночке себе, ложат, в которых пыльцу носят, и в улей несут. То есть вот бывает, когда своего восковыделения не хватает, им нужен воск, а с воском проблема. Так, ну это кормовая крайняя. По поводу распечатки соток, некоторые даже пчеловоды с большим стажем советуют другим пчеловодам открывать соты, распечатывать. Вот запечатанный мед, он может бесконечно долго храниться. Если мы открываем печатку, пчелы начинают его по-новому перерабатывать, чтобы снова запечатать. То есть мы дополнительно загружаем пчелу абсолютно ненужной работой. То есть распечатывание меда нужно только в случае, если пчеловод не хочет, чтобы этот мед, запечатанная рамка, повторно пошла в зиму и еще раз пчела его переработала. И второй случай, распечатывают мед для того, чтобы освободить эту рамку на вбраковку. То есть рамочка распечатывается, за вставную доску ставится, пчелы мед в гнездо переносят, и эту рамку вытаскивается на перетопку. Если рамка эта нормальная, подходит, значит, то никакой распечатывать не надо раньше времени. Это мероприятие лучше делать в мае, когда уже достаточно пчелы молодой, чтобы загрузить молодую пчелу дополнительной работой, как одно из противороевых средств. Но никогда не надо делать это очень рано. А то, значит, такой совет: распечатать и еще водой сбрызнуть. Но вот на улице холодно в марте, в апреле. Распечатали, водой сбрызнули, лишняя влага в гнезде. Зачем это надо? Мед распечатанный очень быстро в себя влагу берет. Он может разжидиться, может закиснуть. То есть это, я считаю, это очень вредные советы, абсолютно ненужные. Вот. Но если кто-то, допустим, считает, что он это делает правильно, это, конечно, его дело. Я никому не советую раньше мая, раньше того, как силу семьи, семья силу наберет, нарастит молодой пчелу, пчелы поменяется. А то, что, допустим, некоторые мотивируют тем, что яйцекладку провоцируют такие мероприятия, у меня на пасеке это абсолютно не подтвердилось. Даже перенос из-за вставной доски меда в гнездо с распечатанной рамки, и то у меня никакой яйцекладку никогда не провоцировал. Вот. То есть вот надо четко, если что-то ты делаешь, надо знать, что ты делаешь и для чего, для каких целей. В чем смысл этой работы? То есть распечатывается мед для того, чтобы он не пошел второй раз в зиму, эта печатка, чтобы еще раз был переработан, посвежу запечатан. Это первый, значит, вариант. И второй вариант – освободить рамку для выбраковки. Это второй вариант. И первый, и второй вариант лучше делать тогда, когда уже когда пчела полностью поменяется, когда в улье молодой пчелы много, так как эта работа, дополнительная работа для пчелы идет, нагрузка. Зачем зимовалую, не поменявшую пчелу дополнительно нагружать работой, абсолютно ненужной.
которую можно сделать значительно позже. Ну вот, с плечиков я счищаю прополис и более плотно одну к другой рамки ставлю. Ну, пыльцы много наносили. Это хорошо. Белковый корм, это свежий, тем более белковый корм. Это вещь очень полезная.